Здравствуйте, это программа «Нижегородская среда», в студии с вами Татьяна Макарова. Сегодня мы поговорим о поправках в правилах дорожного движения и о новых штрафах. У нас в гостях начальник отдела по исполнению административного законодательства управления ГИБДД по Нижегородской области Олег Скородумов. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Олег Юрьевич, расскажите, в интернете сейчас очень активно обсуждают изменения, которые уже вступили с 1 января и будут вступать еще в течение года. Расскажите, что из этого правда и чего ждать автомобилистов от этого года? Действительно, в наступившем году автомобилистов ждет ряд изменений. Речь идет о законодательных новшествах, о новых свежих нарушениях ПДД и способах фиксации нарушений правил дорожного движения. С 1 марта автомобилистов ожидает новый порядок получения медицинской справки. Речь идет о водителях, которые в первый раз получают удостоверение, либо которые возвращают водительское удостоверение после лишения права управления транспортными средствами. Врач-нарколог-психиатр может направить водителя на дополнительное нарко- либо психоисследование. В случае выявления признаков злоупотребления водителем алкоголем либо наркотиками. То есть, по сути, это изменение коснется не всех, а только вот людей, которые под вопросом окажутся. Да, такой социальной узкой группы. К 1 июня по поручению президента мы ожидаем законодательных инициатив, которые позволят реализовать единое федеральное приложение по фиксации административных правонарушений. Речь идет о получившем неофициальное название приложения «Народный инспектор». Предполагается, что каждый клиент, подключенный к порталу госуслуг, сможет пользоваться мобильным приложением и фиксировать нарушение правил дорожного движения водителями. А, это то самое приложение, где люди могут сами, любой человек, то есть уже не инспектор, не сотрудник ГАИ, да, будет фиксировать какое-то нарушение и может отправлять туда, да, какие-то доказательства. Я правильно понимаю, это то приложение? Правильно понимаете, так точно. Полученный материал будет рассматриваться и приниматься по нему решение о привлечении к ответственности. Повторюсь, мы ждем законодательных инициатив, позволивших применять такое приложение. Я так понимаю, это все изменения, которые будут? Нет, это не все изменения. С этого года вступили в силу изменения, которые позволяют судебным приставам-исполнителям в автоматическом режиме взыскивать с должника штрафы за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о так называемом суперсервисе, цифровом исполнительном производстве. Это позволит существенно упростить собираемость штрафов. Мне кажется, и до этого также было, нет? Мне кажется, судебные приставы и так списывали долги. Действительно, у них был такой механизм, но он был связан с множеством бюрократических проволочек. Сейчас это написано напрямую и позволит это делать более эффективно. То есть более упрощенная система будет? Более упрощенная. И вступили в силу и действуют изменения, касающиеся порядка прохождения государственного технического осмотра транспортных средств. Вот, да, скажите, что за изменения касательно техосмотра? Я так поняла, что не всем нужно будет проходить техосмотр, то есть это уже будет, ну, как необязательным пунктом. Вы правильно поняли, от технического осмотра освобождаются владельцы автомототранспортных средств, физические лица, которые не используют свои транспортные средства в коммерческих целях. В Нижегородском регионе таких порядка 300 тысяч. Ну, по-прежнему придется ездить, проходить технический осмотр владельцам такси, владельцам автомобилей, которые используются в служебных целях, а также владельцам грузовых автомобилей и автобусов. Законодатель оставил два случая, когда физическим лицам придется проходить технический осмотр и получать диагностическую карту. Это при постановке на учет транспортного средства старше 4 лет и при проведении регистрационных изменений, при внесении изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, если я приобрела новое транспортное средство, ну, новое для себя, в смысле, да, но автомобиль старше 4 лет, я должна буду проходить техосмотр один раз или каждый год все-таки, раз автомобиль старше 4 лет? В этом случае вы должны будете проходить технический осмотр. Если у вас автомобиль будет моложе 4 лет, этого делать не обязательно. Угу. Но если старше, каждый год, по сути, для тех, у кого автомобиль старше 4 лет, все равно придется проходить техосмотр. Здесь ничего не изменилось? Нет, только при постановке на учет. Если вы дальше не будете вносить изменения в конструкцию, либо у этого транспортного средства собственник не поменяется, необходимости в этом не будет. Угу. Слушайте, это, наверное, хорошо. Или нет, как вы считаете? Ну, это упростит жизнь автомобилистам, это однозначно. Давайте тогда с вами пройдемся по изменениям, которые обсуждают, собственно говоря, в интернете, потому что их очень много, больше, чем вы назвали сейчас, и хочется понять, действительно ли они вступят в силу, действительно ли это правда, или это все просто утка в интернете, скажем так. Пишут про то, что предполагается лишение управления транспортным средством, лишение права управления транспортных средств за нарушение 3 каких-то правил. Вот действительно ли это так, и что за правила не нужно нарушать, чтобы не лишили автомобилиста водительских прав? Такая норма, которую вы озвучили, о лишении права управления транспортными средствами за тройное нарушение правил дорожного движения, она предусмотрена проектом нового кодекса об административных правонарушениях. Подчеркну проектом, потому что мы сегодня еще не раз к этому вернемся. Угу. Такая норма проектом предусмотрена. Предполагается, что за нарушение 3 грубых нарушений правил дорожного движения в течение года лицо будет подвергнуто либо лишению права управления, либо большому штрафу. К таким грубым правонарушениям относятся нарушение проезда перекрестков, нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда железнодорожных переездов, лишение управления транспортным средством, будучи лишенным права управления, ну и ряд других. Угу. А вот все эти нарушения, которые вы сейчас перечислили, должны быть зафиксированы камерой видеофиксации, либо обязательно должен зафиксировать сотрудник ГАИ? Предполагается, что фиксация таких правонарушений будет осуществляться только в так называемом ручном режиме, угу. когда сотрудник на месте административного правонарушения визуально фиксирует это действие. Угу. Но поскольку это проект, я так понимаю, что это еще не вступает в силу и вступит пока неизвестно когда. Надо сказать, что первая часть проекта была анонсирована 30 января 2020 года. Угу. Первый вариант его сейчас на рассмотрении, не на рассмотрении, а в доработке находится его 3-й вариант. В каком виде он дойдет до своей финальной стадии и что в нем изменится, пока неизвестно. Пока неизвестно. Ясно. Пойдемте дальше тогда. Есть еще, наверное, в этом же проекте тогда предусматриваются штрафы за опасное вождение. Вот хочется понять, что включает, какое вождение будет попадать под эту категорию, да, соответственно, и какие штрафы предполагают ввести вот за такой вид управления транспортным средством. Действительно, опять повторюсь, что в проекте нового КоАПа введена ответственность за опасное вождение. Штраф предусмотрен за это в размере 3000 рублей. Угу. Под опасным вождением понимается многократные действия, создающие угрозу аварийной ситуации. К таким действиям могут относиться отказ уступить дорогу, несоблюдение интервала и безопасной дистанции, резкое торможение и многократные перестроения на дороге, где все полосы движения заняты, то есть так называемые шашечки. Угу. А превышение скорости, то есть не попадают под эту категорию или как? Под эту категорию не попадают. Интересно. Опять про превышение скорости поговорим чуть позже. Ага, понятно, заинтриговали. То есть я так понимаю, что эти нарушения, опять же таки, должен зафиксировать сотрудник ДПС, правильно? Или все-таки здесь уже и камеры видеофиксации тоже? Технологии не стоят на месте, и в этом году прошла информация, что опасное вождение смогут выявлять в том числе средства фото-видеофиксации угу. административных правонарушений с помощью обученных нейросетей. Угу. У нас новые камеры появятся в городе или? Я надеюсь, такие камеры появятся не только у нас. Ясно. Смотрите, в интернете еще пишут про то, что автолюбителей могут за какие-то нарушения лишить свободы. То есть автомобилист может нести реальный уголовный срок за какие-то нарушения. Вот расскажите, за какие? И правда ли это? Получить реальный срок и попасть в тюрьму можно не только в этом году, но и за прошедшие года тоже. Напомню, что, значит, уголовный срок можно получить за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения до 2 лет. За нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшие тяжкий вред здоровью, либо смерть лиц, от 2 до 15 лет. Эти составы дополнены с 10 января еще одним, значит, уголовным составом. Норма предусматривает, наряду с другими наказаниями, лишение свободы сроком до 2 лет за совершение 3 подряд выездов на полосу встречного движения, либо за превышение установленной скорости движения 3 подряд на величину более 60 км в час. При этом, если лицо за второе нарушение было подвергнуто наказанию в виде лишения права управления. Угу. То есть, если человек превысил скорость на 60 км в час 2-й раз, его за это лишают права управления, а в 3-й раз он либо также совершает подобные нарушения, либо выезжает на полосу встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления. В его действиях образуется состав, предусмотренный как раз новой уголовной нормой. То есть штраф уже здесь вообще невозможен. Здесь будет, собственно говоря, однозначное решение, да, это срок до 2 лет. В том числе, наряду с лишением свободы предусмотрены и уголовный штраф, и обязательные работы. Спектр наказаний широк. Какая будет практика, как говорится, поживем увидим. Мы провели анализ так называемых потенциальных преступников, кто может попадать под действие статьи. И анализ показал, что в Нижегородском регионе лиц, лишенных права управления за выезд на полосу встречного движения, либо за превышение скорости на величину более 60 км в час, 270 таких человек у нас проживает. Но с учетом того, что подобное количество в сопредельных с Нижегородским регионом субъектах, то мы ожидаем количество преступлений до 300 в год по новому составу. Но мне кажется, это немного, да, с учетом того, что у нас город миллионник. Это немного, и надо отметить, что эта норма действует адресно, точечно, только для злостных водителей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения. Ну, я думаю, что это хорошие нормы. И самое главное, я не знаю, как кто, но я как автомобилист порадовалась, что превышение скорости только на 60 км в час попадает под эти новые поправки, а не на 20. Расскажите еще, так, смотрите, в интернете пишут про, обсуждают активно новость о том, что с этого года сотрудникам ГАИ будет разрешено вскрывать автомобили любыми способами. Так ли это? И вообще в каких случаях сотруднику ГАИ можно будет, там просто пишут про то, что сотрудник ДПС может и разбить там стекло, да, чтобы попасть в автомобиль, и там, я не знаю, еще каким-то образом вскрыть машину. Вот расскажите про это. Я бы сказал, любым способом, допускающим наименьший ущерб. Как правило, это действительно разрушение стекла. Угу. А вот в каких случаях вообще сотрудник ГАИ может вот так воздействовать на транспортное средство? Закон о полиции дополнен нормой, которая регламентирует порядок и основания вскрытия транспортного средства. Оснований 8 всего. Среди них это такие, как спасение жизни человека, пресечение преступления, задержание лица подозреваемого либо обвиняемого в совершении преступления, проверка информации о совершении террористического акта, задержание и освидетельствование пьяного водителя и ряд других. То есть, по сути, это не нововведение, да, получается, или как? Действительно, такая мера принималась и ранее, она не была прямо прописана в законе, ее применяли в рамках исполнения законного требования сотрудника полиции. Следует отметить, что злоупотреблений со стороны сотрудника полиции при применении данной меры не будет, так как она четко регламентирована законом. Сотрудник полиции при применении данной меры называют свою должность, звание, фамилия. При требовании водителя, либо лиц, находящихся в автомобиле, предъявляет свое служебное удостоверение, предупреждает о намерении и основаниях вскрытия транспортного средства, а также о правах и обязанностях, возникающих у лиц, находящихся в транспортном средстве. Если вскрытие транспортного средства произошло в отсутствии собственника, то он в течение 24 часов об этом соответствующим образом уведомляется. Угу. Также, если на месте вскрытия отсутствует собственник, либо иной законный представитель, сотрудник полиции обеспечивает меры сохранности как транспортного средства, так и имущества, находящегося в нем. Угу. Ну, собственно говоря, все могут быть спокойны, что только в каких-то редких случаях, да, особо действительно важных, сотрудник ГАИ может такие действия, собственно говоря, совершать, правильно? Абсолютно. Скажите, вот все эти поправки, их очень много, да, и увеличение суммы штрафов, да, и вот ужесточение каких-то вот разграничений, что может делать водитель, что не может делать водитель, да, там, наказание и так далее. Они положительно, на ваш взгляд, могут повлиять на общую обстановку, там, на количество ДТП в год, которые происходят и так далее, или нет? Давайте снова вернемся к проекту Кодекса об административных правонарушениях. Вы сказали об ужесточении штрафов. Угу. Я хочу внести маленькую поправку, что кодекс, проект нового кодекса не содержит нормы по ужесточению действующих штрафов. Единственное исключение – это перевозка, значит, несовершеннолетних детей без удерживающего устройства. С 3 до 5 тысяч предусматривается ужесточение ответственности. По всем остальным действующим составам ужесточение ответственности не предусмотрено. Угу. Кодекс может ввести ответственность за новые составы административных правонарушений, как, например, за опасное вождение, о котором мы с вами поговорили, либо за совершение повторных нарушений, таких как, например, управление транспортным средством с нечитаемыми номерами, до 3000 рублей сейчас предусмотрен там штраф. Повторное управление транспортным средством с чрезмерной тонировкой, до 5000 рублей штраф предусмотрен. Предусматривается, ужесточается ответственность для водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения и одновременно перевозящих несовершеннолетних детей, до 3 лет лишения права управления транспортным средством и до 50 тысяч штрафа. Угу. Плюс задержание транспортного средства под залог в размере 30 тысяч рублей и ряд других новых составов. Значит, следует отметить, подчеркнуть для зрителей, какая у нас в настоящий момент складывается обстановка на дорогах. Если сравнивать предыдущий год, то не хочется называть абсолютных цифр, но скажу в процентном соотношении. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 2,6%. Количество погибших людей на 2,5%. Количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях людей на 1,7%. Следует подчеркнуть, что такая тенденция сохраняется уже на протяжении 7 лет. Угу. Аналогичные тенденции прослеживаются на территории Российской Федерации в целом, что говорит о проводимой эффективной государственной политике, отвечающей целям безопасности дорожного движения. То есть думаете, что скоро мы дойдем до 0 ДТП в год? Ну, мы будем к этому стремиться. Олег Юрьевич, скажите, давайте с вами подведем итог. Вот давайте тезисно как-то перечислим, какие изменения уже вступили в силу с 1 января и какие будут еще вступать в течение всего года. Давайте подведем итог. Может быть, стоит начать с конца. Значит, уже действуют изменения, касающиеся порядка вскрытия транспортных средств. Значит, порядка введен новый уголовный состав, как мы сказали, за третий раз подряд совершение выезда на полосу встречного движения, либо превышение установленного скоростного режима. Действуют изменения по регламенту работы судебных приставов, который позволит им в автоматическом режиме более эффективно взыскивать с должников штрафы за нарушения в области дорожного движения. С 1 марта вступят в силу изменения порядка получения медицинской справки для водителей оформляющих их впервые, либо получающие после лишения права управления транспортными средствами. К 1 июня мы ожидаем изменений в законодательстве, которые позволят заработать так называемому приложению «Мобильный инспектор», «Народный инспектор». С 1 марта этого года также заработает штраф за управление транспортным средством, не пройденным технический осмотр для той категории лиц, для которых она осталась обязательным. Я повторюсь, это автомобили такси, автомобили, которые используются для служебных целей, коммерческий транспорт, грузовики и автобусы. Размер штрафа будет составлять 2000 рублей. Угу. На этом все. На этом все. Что ж, спасибо вам большое, что пришли. Будем надеяться, что проект вступит в силу, естественно, там доработают, и мы все-таки придем к тому, что у нас вообще не будет ДТП, не будет пострадавших. Будем к этому стремиться. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Татьяна. А я хочу напомнить, что это была программа «Нижегородская среда». Сегодня у нас в гостях был начальник отдела по исполнению административного законодательства управления ГИБДД по Нижегородской области Олег Скородумов. До скорой встречи.